Пауза в репетиции. Получили... Мы свое призвание не забанили. Получили посылочку. Слушайте, а вот... ты ужас мы приносим вот... людям. Вот это вот классика практически бременские музыканты. Сейчас струна рванет. По форме, да? Да? Посылочку получили, гитару. Модель называется «Турист». Между прочим, у нее вот, видите, есть свой динамик. По задумке конструктора-автора, идешь в туристический поход, берешь с собой электрогитару, незаменимую вещь, и у костра... Вот, и у костра начинаешь, да. Шлемы по лесу, котелок по жопе бил. Так нет такого слова «жопа». Ну, котелок-то бил. Котелок бил. Даже на стену жалко такую красоту-то вешать. Слушай, сопрут. Сопрут, да. И вылетел. Да. Прямо в финале. Здесь надо вешать. Здесь. Внутри, ладно, найдем, и куда повесить. Посередине он. Хорошо, турист. Все говорят, немецкий дизайн 30-х годов. Да. Ну-ка давай дизайн. Вот прям дизайн-то мы закажем тут. Вот, видишь, какой. Слушай, туда еще вот, может 5 усилителей воткнуть. Угу. Слушай, там еще место еще для стакана есть. Вот, видите, внутри. Туристу-то же нужен стакан. Русо-туристово. Вот где полосочка идет, вот на стенке. Вот прямо вот сюда. Вот не правее, не левее. Да, да. Как скажешь, командир. Тут самое то, центральное место. Ну вот так вот, да. Шеф-дизайнер. Раз уж начали гитарами хвастаться, в очередной раз пробежимся по нашему супрематическому гитарному коридору. Ну, мы все это видели. Сейчас покажу. Что еще у нас из новинок получилось, да? Это вот распечатали сейчас как раз инструмент, про который я только что снимал. Все, тут стена закончилась, поэтому у нас теперь вот здесь вот еще вот. Вот это вот лютый самопал, прямо человек вот... Делал головку грифа, дабы так, а еще вот здесь выпилю, и вот тут еще выпилю. И это ж он все перламутром ее уделал. Вот эти звукосниматели, судя по всему, отдельно их продавали, советские, он их тебе сюда вставил. Ну вот еще вот такая вот басовочка. Так что вот, вот такая у нас тут история. Если кто не видел, кто хочет поподробнее, там у нас есть и в Ютубе, в общем, в этих самых, в чертогах интернета найти можно наш этот музейчик. Вот так вот. Вот так вот. Вообще-то мы репетируем вот за этой волшебной дверью. Опа! Опа! Вот. Здрасте. Здрасте, да. Потолок покрасьте, да? Чуете? Да, ага.